По итогам работы в этом году медорганизации края оснастили 55 единицами оборудования. Продолжается активное лекарственное обеспечение пациентов высокого риска. Более 16 тысяч человек получили препараты. Количество введенных и планируемых к вводу медицинских объектов в этом году беспрецедентное. Такого не было никогда. В 2023 году завершены строительно-монтажные работы и получены лицензии по 6 объектам. Плюсом 4 объекта достроят в ближайшее время. Всего в крае на этот год капитальный ремонт запланирован в 107 объектах. На сегодня завершено в 51. Не забыли и про отдаленные территории. До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 61 ФАП. Из них 36 в этом году. На сегодня готовы 14. Более подробно тем из заседания правительства осветим в ближайших выпусках новостей.